Вот сегодня мы открыли выставку самодеятельных художников Харкаласского вуза, студии, которая ведет Семенова Галина Дмитриевна. И они уже несколько лет занимаются тем, что вникают в жизнь своих... Людмила Александровна. Своих... как бы организаторов, и которые стояли у истоков образования Якутии. Это Сафрон Циранов, Тыгын, и группа художников выполнила из Якутска, пенсионеры, выполнили портрет Тыгына в полный рост, изобразив его в окружении значков улусов, как бы собирателя всех земель. Но эта выставка не заканчивается у нас как юбилейное мероприятие столетию Якутии. Скоро у нас в Покровске 26-го откроется выставка «Окрылённые эпохой социализма». Это художники, которые стояли у истоков развития профессионального изобразительного искусства Якутии. Там будет выставлено 14 художников того времени. И одновременно будет выставка амкинского художника о бытии и жизни якутского народа амкинского. Будет выставлено 38 картин. Добро пожаловать на эту выставку. Она открывается 26 апреля в 2 часа. И всех приглашаем. Выставки будут довольно интересные и познавательные.